Есть места в стране нашей, куда мы с удовольствием приезжаем не по одному разу. И, вы знаете, мы твердо убеждены в том, что чем тяжелее условия жизни, тем люди почему-то добрее и душевнее друг к другу относятся. И вот, ну, на самом деле, совершенно не кидая камень в огород нашего прекрасного города-героя, столицы Родины Москва. Вы прекрасно вообще поймете, о чем я говорю, живете вообще совершенно рядом. За последние 20 лет он, конечно, очень здорово изменился, наш любимый город, потому что, ну, совершенно другая жизнь здесь, и она очень здорово отличается от той всей остальной жизни, которая происходит за пределами московской кольцевой автодороги. И вы знаете, вот под впечатлением одной из поездок на крайние севера все время я пытался написать песню, которую назвал «Далекий городок». Наступила весна, на снега, да не справиться с севером ей. Он всегда весну избегал, он всегда оставался не с ней. Он к себе все подходы закрыл, ни лыжни, ни дорог, ни бортов. Ему с ночью навек полюби, ненавидит он шума винтов. Через тумру вертолет, там лёд 3 часа. Вот такая между нами связь. И я уже в конец измотан, но твои глаза не дают лицом мне в грязь упасть. А живешь в городке ты таком, что не сразу тебя и найти. Скажи, тот городок не знаком, как ее не крути, не верти. Но маршрут мой проложен давно, он длиной в 14 дней. И конечная точка его всех других, безусловно, родней. Через тундру вертолетом лед 3 часа. Вот такая между нами связь. Я уже в конец измотан, но твои глаза не дают лицом мне в грязь упасть. Наступила весна, на снега, да не справиться с севером ей. Он всегда весну избегал, он всегда оставался не с ней. Он к себе все подходы закрыл, ни лыжи, ни дорог, ни бортов. Юку с ночью навек полюбив, ненавидит он шума винтов. Через тундру вертолетом лёд 3 часа. Вот такая между нами связь. И я уже в конец измотан, но твои глаза не дают лицо мне в грязь упасть. И я уже в конец измотан, но твои глаза не дают лицо мне в грязь упасть.